Всем здорово, дорогие подписчики, с вами Костя Димка, а также Дони. Мы вернулись на Новольск и поиграем вместе с вами. О, я еще ходить могу, прикинь. Чай. Индийский чай. Всем, ребята, привет. Да. И, ребята, под прошлым роликом мы смогли собрать 1500 лайков, за что огромнейшее спасибо. Давайте на этом ролике попробуем набрать 2000 лайков, а также не забудьте подписаться, скоро ведь миллиончик. Мы продолжаем играть на сервере, ребята, Посейдон. Приглашаю играть вместе с нами, ссылочка будет в описании. Также не забывайте о моем промокодике, получается, вводить его в ММ. А здесь у нас получается промокод, вот сюда вписываем. Димка. И, конечно же, получайте, ребята, денежку для того, чтобы полегче начать вашу, так сказать, вашу жизнь, ваше развитие. Не, я, пожалуй, пешочком, я больше туда не сяду. В прошлой серии, ребята, как вы помните, мы выиграли в игру в кальмара. Я подарил Доне вот такой вот комбинезон. И получается, я тебе еще торчу тачку, тайканчик. Но да, подарить я тебе ее не могу, потому что, ребята, дома пока что все заняты. Спасибо огромнейшее за комментарии. Вы писали то, чтобы мы покупали на новой рублевке домик. И, конечно же, вы будете участвовать потом в нашей семье. Поэтому, ребята, да, скоро мы все это реализуем. Сегодня мы опять-таки примем участие в игре в кальмара. Потому что Доня сказал, что там что-то усложнили. Сделали намного серьезнее всю эту систему. Поэтому выиграть будет намного сложнее. Ну, посмотрим, да. Как минимум, посмотрим, да. А также, ребята, прямо сейчас мы, наверное, откроем пару кейсов, которые были в виде приза за прошлую игру. И, кстати, игра в кальмара уже доступна. Поэтому, ребята, да, давайте-ка, наверное, кейс мы открутим попозже. А сейчас отправимся именно играть. Ребята, мы приняли участие, успели, все. Теперь мы полноценные игроки. Дони, ты где? Ты где? А, я ты, получается, вижу тебя, да. Ага, нам нужно дождаться сейчас 4 минуты старта и уже будем проходить наши первые испытания. Тише едешь, дальше будешь. Так, отлично, игра уже началась, поэтому, ребята, главное сейчас не вылететь в первом же раунде, это братан. Да. Это да, осторожненько. Ну и... Она залагала? Зеленый свет. О. Красный свет. Так, стоим пока. Все, челика вырубили одного кого-то я. Первое испытание. Красный тише свет. Едешь, дальше будешь. Да, красный да, свет. Да. Так, ладно, давай-ка подойдем к черте, как зеленый минимум. Свет. Все, поехали. Так, идем, аккуратно. Давай. А как они... Тебя вырубили? Меня убили. Нельзя бежать, потому что, ребята, если раньше мы успевали остановиться, то сейчас зеленый вообще не бежите. Свет, чисто вот идите. Зеленый свет. Что делаешь так часто? Ты посмотри. Жестко. Короче, 2 минуты дается на то, чтобы пройти. Но, ребята, мы, я думаю, успеем пройти. И смотри, он... Да. Оно не отворачивается. Зеленый свет. Он издевается, что ли? Это нереально что пройти. Бред? 1,5 минуты пройти, остается. Да. Зеленый свет. Да что такое-то? Капец, походу они реально очень сильно уже сточили, потому что за 1,5 минуты просто всех убивают. Зеленый свет, красный свет. Что? Это просто жесть. Зеленый свет, красный свет. Я тупо не могу ничего сделать. Зеленый свет, красный свет. Прикал? Это прикол какой-то? Она издевается. А слышь, а рассинхрей нету, потому как, ну, типа, люди успели зеленый добежать. Зеленый свет, красный свет. Да ты чё творишь, блин? Тебя убили? Нет. Я еще покажу. А ты? Зеленый свет. Я еще тоже живой, но... Красный свет. Бля, убили меня, да, все. Он, короче, я да, вижу я, много я... людей, кто положил я, ну, их. Я не знаю, я просто бы не успел бы даже. Давай пока это... ты говори, я пока максимально смотрю. Я как бы успеваю еще. Я там ускорился, меня завалили. Ну, типа, это жопа какая-то. Типа, оно очень что-то, ну, жестко. Раньше не было так жестко. Красный свет. Я забежал! Я прошел, прошел. О, боже, ребята, это было сложно, поэтому прямо сейчас, наверное, так я быстренько включу демку Ваньку. Ребята, перед началом игры я бы хотел также открыть рулетку. В принципе, у меня есть 91 коинс, а рулетка стоит 89. Чисто попробовать посмотреть, что мне может выпасть. Окей, купить и получается нажимаем использовать. Здесь, видите, куча всяких призов, которые мы можем выбить, поэтому давай посмотрим, что нам выпадет именно сегодня. Кстати, ребята, если вы захотите, давай, то мы сделаем поехали. Чисто вот одну серию, где 90 дана. А, нет. Понимаю, ребята. Ладно, в любом случае больше у меня... А, подожди, у меня еще есть рулетка. Что? Еще раз крути. 500 тысяч мне выпало. Серьезно? Подожди-ка. Да, подожди-ка. Неплохо. А, подожди, 250 тысяч мне выпало. Я еще раз могу крутить. Да, а почему? 250 да. Мне выпало хорошо. Так. Смотрим, ребята. И мне выпадает 50 тысяч мне выпало.
И еще могу крутить. А мне выпало 10 донатов, понимаю. А сколько, подожди, мы же купили только одну рулетку, а почему я могу крутить постоянно? Чел до меня доколебался. Не знаю, может, покупается автоматически или что? Не понимаю, нет, но у меня так-то коинсов вообще было ноль, поэтому как бы больше нету. 25 тысяч мне опять выпало. И на вашем счету 97 G-коинсов, кстати говоря. То есть пока что списывается рулет. Ну, блин, давай крутить, почему бы нет. Так, и мне выпало, получается, 90 донатов вновь. Отлично, давай крутить снова. Может, попробуем сейчас, конечно же, что-нибудь еще из машин выбить. Потому что тачки так-то есть, но их очень мало. Даже одна позиция всего лишь. 25 тысяч только мне выпало. Понимаем, да, короче, ребята. А, я еще пока кручу, пока, конечно, по деньгам было самое большое. Это 250 тысяч, в принципе. 100 тысяч я выбил, кстати говоря, неплохо. 100 тысяч. Так, давай. Еще, в принципе, у меня, я так полагаю, на 2 открытия точно будет рулетки. Но у меня, короче, лям есть. У меня, я все, у меня здесь лям у меня получается. Подожди, так какую ты открываешь, я не понял, рулетку в итоге? Я не знаю. Я, у меня была рулетка, получается. А мне же еще давали кучу рулеток с игры в кальмара. В натуре. Да. Я-то думаю, че? Так, 8 XP у меня выпало. Так, давайте-ка поехали далее. Попробуем, прокрутим. Ребят, будем, короче, крутить до тала. В любом случае, пока ожидаем игру в кальмара. Как только она появится, так, соответственно, сразу же побежим играть. Так, у меня донат 45 рублей я получаю. Нормально, кстати, так тупо фармим, ребята. Просто фармим. На самом деле, да, я же забыл о том, что мне в прошлый раз выпадала рулетка, поэтому... Миллион практически был у меня в кармане. Да. Все, у меня больше нет рулеток. А, да, я могу, конечно, купить еще, в принципе. А, да, но я думаю, что оставим уже на следующий ролик. Поэтому, ребята, если опять же таки наберем, я не знаю, давайте 1000 лайков наберем и пишите в комментариях, открывай именно рулетку. И тогда в следующей серии мы чисто вот рулетку пооткрываем там на какое-то определенное количество доната. Ребята, пробуем, так сказать, заново, грубо говоря, пока я выходил, меня вообще выкинуло. Поэтому, ребята, не стоит перезаходить или вообще сворачивать игру. Поэтому попробуем. Попробуем еще раз и очень надеюсь, что получится. Так, звук красный есть? Красный свет, зеленый свет, понял. Красный свет. Так, ладно, стоим. Ты успеешь, поэтому не спеши, братан, потому что я в конце успевал там. Она что, просто так убивает? Что-то двигается там просто. Не знаю. Свет. Она вообще лютая стала. Ага, кого-то рядом херанули. Да. Ема, она лютая стала. Короче, она до минуты, она вот, свет, вот так вот работает. Свет. Очень резко, быстро. Потом после минуты, да? Потом, да. Свет. Потом я добежаю. Красный свет. Зеленый свет. Я боюсь. Красный свет. Ема, да, кого-то гасануло. Да, я тоже аккуратненько. Минута еще есть, и тут осталось меньше половины, поэтому зеленый как бы... свет. Красный свет. Кого? Не знаю, не меня пока, все в порядке. Я пока живой, минута. Зеленый свет, красный свет. Пожалуйста. Зеленый, красный свет. Вот овца. Зеленый, зараза. Свет, красный. Тебя? Свет. Зеленый. Нет, свет. Пока еще. Все, успел. Фу. Я тоже добежал. Фух, слава богу. Ёма, это был правее меня, я был левее тебя, красный, получается. Свет. Ема, она лютая, на самом деле, ребята. Не, сейчас сложнее намного стало. Если раньше я проходил на изи, вообще даже не напрягался, то сейчас она очень красный часто поворачивается. Свет. И при этом, я же говорю, бежать вообще нельзя. Переходим тогда на следующую игру, и мы, ребята, надеемся, что тоже ее пройдем. Погнали. Да, поехали. Чего? Я тебе говорю, теперь ты возвращаешься обратно, и идет 30 секунд, и здесь дэм начинается. Здесь спасайся, здесь дэм начинается. Серьезно? Друга пинают, да, понял. Ёма, серьезно, блин, я, короче, ты говорил, что изменились, я тебе не поверил, помнишь, я тебе еще говорил, что такого быть не может. Ну, теперь здесь, теперь они сдерутся. Ну, идите нафиг. Покойниками. У меня хп мало уже осталось. Братан, у меня тоже мало хп, но 6-5-4 я вроде бы выживаю, да, ёма, это что-то новенькое, ребята, новая игра в кальмара, понимаю. Все, повезло. Я выжил, да. Будьте бдительны, антидэм отключен. Понимаю, ну, а ты понимаешь, что же в следующий раз тоже будет дэм, да, получается, или как? Да. Да ну, они максимально ужесточили. Зонтик! Ну все, пока. Треугольник. Братан, желаю тебе удачки. Да не, ну у меня жопа, зонтик это нереально вылетел. У меня пару раз выпадал зонтик, ни разу не прошел. Хотя оставалось там 95%. Я просто быстренько пройду, даже не буду особо здесь запариваться, мне кажется, нереально. Если чувак, потом смотри, я включил демку. Это кого? Ага. Не меня пока, ну скоро меня. Типа здесь, конечно, наверное, было бы удобно, будет какой-нибудь типа графический планшет или что-нибудь такое, или стилус, да? А чё? Как? Как вырубили меня тебя? Убили, да? Я чуть-чуть отошел, миллиметр было, я отошел и меня вырубили. Миллиметр просто. Да ну нахер, у тебя чё как?
Если ты пройдешь зонтик, я орну просто. Реально? Ну, да, сколько тебе осталось? Да, не пройду. У меня 60% сейчас. А, понимаю. Я просто, ребята, тупо на миллиметр отошел. Я не знаю, ребята. Это максимально было обидно. Короче, пока Донни проходит игру, я быстренько гляну еще дома. Если что-то появилось, я куплю. 2-1. Я тупо не успеваю. Тупо не успел. Ты тупо не успел, да, получается? Да, понимаешь? Я везде, я уже все провел, у меня все идеально. У меня осталось 2%, 98% было, и я просто, ну вот, ну, негде было. Блин, но ну, просто... я тебе говорю, да, они очень сильно ужесточили. То есть я опять, я на миллиметр, и ранее такое вообще прощалось. А тут я на миллиметр отошел просто, ну, рука дернулась, грубо говоря, и я сразу же все. Итак, ребята, приехали мы на новую Рублевку, и дома, как видите, до сих пор заняты. Был, конечно, один дом, да, который слетел, пока мы проходили игру в кальмара, но, к сожалению, мы его упустили, так как сами понимаете, что нам нужно было именно пройти игру в кальмара. Да, я так полагаю, сейчас еще направо проедемся, но домов пока нету. А, в любом случае, ребята, да, наверное, таки я его словлю когда-нибудь, ну, не на записи, скорее всего, а может даже и на записи получится, и уже в следующей серии мы создадим общую, получится, фаму, ребята, пригласим вас, поэтому следите за новостями на наших страничках ВКонтакте. А на этом все, всем хорошего настроения, всем удачки и всем пока. Пока-пока, друзья. Пока, ребят.